Натуральный сорт томата аппетитный. Среди томатных сортов многие огородники предпочитают сорта с розовыми плодами. Сегодня я познакомлю вас с одним из таких сортов, с красивым названием «Аппетитный», и оно себя вполне оправдывает. Сорт выведен сравнительно недавно, но уже полюбился многим огородникам. Да и как иначе, низкорослый, с крупными плодами и высокой урожайностью. Плоды крупные, имеют небольшую ребристость, довольно плотные, с сочной сладковатой мякотью, без присутствия кислинки. Уход за аппетитным несложным. Как обычно, выращиваем через рассаду. При высадке в открытый грунт придерживаемся схемы на 1 квадратный метр 3-4 куста. Подкармливаем, посынкуем, подвязываем, а вот полив умеренный. Сорт не переносит переувлажнения, иначе плоды будут трескаться. К заболеваниям сорт имеет среднюю устойчивость, поэтому необходима своевременная профилактика. Несмотря даже на неблагоприятные условия или просто холодное лето, выращивая аппетитный, вы всегда будете с хорошим урожаем. Удачи вам и хорошего урожая!